Сегодня мы на практике убедились, что та идея, предложенная общественной организацией DevSuite в рамках своего проекта, не только интересна с точки зрения теории, но и на практике подтвердила, что жители сельских регионов могут воплощать свои идеи и с помощью как раз той самой организации, которая произошла в рамках проекта, подтвердили еще раз, что хорошие идеи надо воплощать, но в этом надо помогать. И как раз вот что нравится в проекте, что мы даем не только рыбу в плане денежных вознаграждений, но и ту удочку, с помощью которой впоследствии участники проекта смогут сами реализовать свои проекты уже с пониманием и выгодой для себя и всего региона.